Ребят, вот несколько вообще были не затянуты. Вот так. Вот. А вот этот сюда, это с удара пошел. Видите, вот мы не срывали ничего. Не, ну они могут не поверить, то, что они, потому что мы видели, как пальцы крутят гайки без ключа. А, ну да, ты можешь и так, да, без удара. Но тут у тебя вот ты бессилен немножко. Не, я бы открутил и без отвертки. Ну да. Ну вот так вот мы положили, ну, на покажи, брусочки. Как белка прыгает. Терпит, не падает. Ух, туго идет, Володя, туго. Скорее всего, когда клеили, туда налили в резьбу и все это приклеили. Оконная замазка там, блядь. Скорее всего, да. Помните оконную замазку, на что она похожа, ребят? Ну, те, кому больше 40. На пластилин, да? Согласны? Да. Так, еще. Ну, вроде бы, как бы, вот тут надо что-то, по-моему, где-то. Подсказывайте, нужно нам вот эту гайку открутить? Вот эту нужно нам открутить или нет? Подсказывайте. Вот эту? Да. Нужно, ребят. Нужно. Потому что под ним болт сделали конструкторы. Да. О, Денис вот, парень такой. В общем, не будем тут показывать ничего. Сейчас открутим вот этот. Как он называется, пишите, если знаете. Честно, я сам не знаю, как он называется. Это манишка для кожуха. Ты сейчас начнешь, как обычно. Манишка, я сказал. Я же не сказал, что мандишка. Главное вот эти вот винты не попутать ни с чем. Трынь. Ну, вот сюда кинем их. Все туда. Главное при разборке не забыть, что откуда, ребят. Главное. Главное, ребята, сердцем не стареть. Песню, что в начале, да как... Надо петь. В начале. Да. Вот он. Какашка.ру. Поэтому вот не сняв вот этот, вы не располовините. Вы можете не знать, что он там есть. Открутите вот эти. Наставлять зуб белый. И начинать его. Ебашить его, бля. Да, колоть. Колоть, раскалывать. Кстати, он тоже не затянут. Ну, бывает, что. Ну как, он затянут, но относительно. Относительно твоих рук. Да. Сейчас мы вот здесь уберем грязь, чтобы она не посыпалась, да? Отключимся, уберем и будем уже к вам возвращаться. И вы нам поможете его располовинить. Что это молоток схватил с этой зубилом? Что ты собрался делать? Буду у дяди Володя располовинивать мотор. Не, подожди, хорошо, что я вернулся. А то б я вернулся уже к располовиненному мотору вот этими предметами, ну да? Ну вот, надо забить, блядь. Подожди. Что, мы не видели тех-то вот этих вот крышек? Помятых. Помятых и отколонных, видели? Да, ну туда, вот сюда забить. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Подождите, нет. Ребят. Так, давайте посмотрим. Видите, вот шайба какая-то. Я таких шайб не встречал, честно говоря. Пишите в комментариях. Пишите в комментариях, что за шайба, почему она здесь есть. Мне кажется, она с коробки передач. Вот отсюда. Так кажется. Я не знаю. А мы посмотрим. Так, ребят, мы выбили вот здесь вот. Вот он, направляй этот, втулка, да? Втулку выбили. Она здесь, вторая вот здесь вот, посередке. Но здесь ее выбить очень сложно, практически... Диаметры не совпадают. Невозможно, да. Она скорее всего, там посажена слегка. Дядя Володя, извините, да. Пожалуйста, что я вас перебиваю. А скажите, как вы думаете, какую пользу приносила шайба, которая здесь находилась, или приносила ли она вред? Вот, как вы думаете? Я думаю, что вы сами можете ответить на этот вопрос, что она приносила вред. Смотрите, пожалуйста, смотрите. Шайба была плотно, да. К подшипнику, да. А там канал. Вон он канал, ребята. Канал. Повырни чуть-чуть там, чуть-чуть. Ну, вот он. Чуть-чуть, не, оставь прокладку. Вот. Вон он канал. Канал. Для смазки. И она вот, прокладочка вот так была, поджата. Шайбочка была плотничком. Может быть, да. Там и протекала, а может быть, ну, и канал нет. Торцом шайба очень широкая по себе. Можешь замерить даже, сколько. И мне кажется, что шайба это из коробки передач. Вот оттуда. Да, мне тоже так кажется. Ну, не знаю, не будем утверждать. Ну, по крайней мере, я здесь ее не встречал. И я тоже никогда. Ну, потому что вот так мы думаем. Да. Что, дядя Володя, давай половинить мотор. Смотрите, ребят, вот мы его пошарохали, уже маховик упал вниз. То есть он не зажат на тех, ну, на цапах коленвалов. Это хорошо.
Теперь мы сейчас попытаемся хотя бы здесь втулка, все равно мы попытаемся как бы вот, ну вот так вот, чик сюда. Давай, перед дергай, Денис, перед. Ты дергай там. О, шевелится, ты вниз вверх. О, и жопка расходится. Хорошо ли расходится? Нет, не очень. Сейчас мы что-нибудь придумаем, ребята. Придумаем, сделаем, а вам расскажем просто. Так, ребят, чтобы заднюю втулку не выбивается, она тут трудно выбить. Вот за это вот поднимаете, вон Денис поднимает его. Не-не, убери, убери. Так, поднял, а вот сюда вот так вот стучите, и ничего страшного не будет. Ну не сильно. Да вот так вот, она, все. Пошла, родная. Хорош, хорош, хорош. Все, он разобрался. Сейчас, ребята. В общем, тут сейчас будет масло течь, мы постелили специально, все нормально у нас. Сейчас тут приберемся немножко. Денис не терпит, уже разобрал. Там шестеренки какие-то посыпались. Ты его на бок заваливай сюда. Заваливай его на бок, ломай ему. Ломай ему спину. Клади, братулец, клади. Все. Клади. О, как. Что-то там упало. Видите, ребят, не обязательно вот это вот все растопырилось. А вообще не обязательно. Совсем нет. Денис, все новое. Нахера мы все это разобрали? Да, хорошее все. У нас больше не это интересует. Не это вообще. И не то. Ну-ка, снимется? А вот тут-то... Легко снимется. Снимается. Блять. Сука, тяжелый. Он тяжелый, ребят. Вы не представляете. Опять уронил. А сука! Мразь! Смотри. А, вот так. О, пошел. Да пошел он. Пошел он, блядь. Да пошел он. Ох, сука, сука. О! Забирай. Наш человек. Даже мы разобрали мотор. Если даже здесь все хорошо, в чем я сомневаюсь. Даже из-за того, что маховик неправильно стоял. Тогда мы сделаем плохо. Вот так. Так, глянь, тут стояло, да? Да, стояло. Есть. Вот она. Ага, и тут, блядь, есть. Странно. Странно. Странно, но есть. Сюда кладем. Не влазь. Не, этот не надо. Выкинь его нахер куда-нибудь. А здесь не выходит, дядя Мама. А отверточка для этого есть. А, все, видишь, есть пальцы. Вышло, да? А, пальцы, что. Пальцы отвертки. Так, давай здесь что-нибудь ковырять будем. Да, дефектуем. Коробку передач. Так. Смотрите, видите, как терло? Терло. А все потому, что? Что мы эту шайбу видели. Что эту шайбу мы видели под зажиганием, блядь. Так, так, сколько? Так, смотри, здесь как? Толстая. Одна. Вот. А вот эти тонкие, блядь, где она, вот эта? Да. Должна быть вот, блядь. Блядь. Вот здесь она должна. Ну да, она не там. Она не там. Так, подожди, я уже больше не соберу его. Что ты наделал? Хули тут собирать-то, блядь? Подожди. Это вот отсюда. Так, это сюда. Это было тут, да, это правильно. Было. Шестеренка, так. Все, да. Вилочки, давай посмотрим вилочки и все. Вилочки? 1.13, 1.12. Вилочки охуенного состояния. Да. Да, повезло. Повезло так повезло. Клади ее сюда. Вот эту? Да, вместе с шайбами. Кладу. С двумя. Да. С двумя шайбами. Так. Так, ну тут все хорошо. Ой, коробка юпитерская. Коробка юпитерская. Она крепкая. Крепкая, хорошая юпитерская коробка. Да. Да. Это первая передача. Первая. Вот отсюда, да. Шестеренка. Все, это один лад. Подожди. А здесь шайбы не было? И здесь? Не было. Не было. А то не шайба? Нет. Не шайба. Не шайба. Куда не ложить? Говори, дядя Володя, блядь. Вот туда. Нихуя. Ха-я-я-я. Денис, тогда подскажи, на планету подходит эта коробка? Никогда. А я думал, подходит. Так. Куда ложить, дядя Володя? Ты только говори, куда ложить. Я буду ложить. Знаешь, как вылезла эта херня? А что она вылезла? Потому что она провалилась. Потому что... Ты и это поломал? Ну, конечно. Так подожди, подожди. Посмотрим, как тут зацепление происходит. Вот так. Никак. Не узнает. Так, ребята, вы все поняли, да, как собирается? Лично я не понял ничего. Соберется. Вот это вот какой-то тут язычок.
засечет. Подожди, а вот здесь же еще какая-то штука должна быть такая. Которая? Вот там вот такой штифтик. Да, он там есть. Она когда шевелится, она вот так делает, видишь? Тинь, да, тинь, да. Тинь, и перемещает вот этот сектор. Да, а, потому что вон она есть. Да. Вон она. Ну, передачи тут все были. Да. А здесь метка есть? Есть. Вот она. Вот он, жупчик. Вон жупчик. Вот, а это фиксатор каперного вала. Вот он здесь. Да, и он нейтралку показывает. Да, ну вот это ребята все знают. Все знают, да, все, да. Теперь наша задача... Подожди, а чего сюда подшипник так сильно торчит? Ну там же шайба ебаническая подложена. А, да, точно. Вот почему. Потому что там-то ее, блядь, нет, а он убрал зазор, компенсировал вот этой шайбой. Он увидел, что что-то не то. Да. Это человек, который собирал. Да. И он подложил еще под кладушку. Да, и весь узел, весь этот, оба, в общем, вторичный убежал туда, и он его вдогонку первичным валом догнал туда. И поэтому я всегда говорил, говорю и буду говорить, никогда никому не доверяй. 223, вот написано, ребят, 223, это... Крышки идут в сборе с половинками. Половинки тоже имеют маркировку 223. А мы сейчас открутим ту гайку и посмотрим, что там за беда. Посмотрим. Все. Это в сторону пока. О! Хуе его, когда назад соберу. Так, отворачиваем чудо гайку, блядь. Надо расшпинтовать. Так, здесь еще не посыпется. А, дядя Володя, смотри, а мне нравится вот это все. Здесь еще больше. Не надо, ну не пачкайся, блядь. Сука-сука. Опа. Любит вымазаться. Так. Не, подожди. Для этого вон отверточка. А, вот она. Подожди, где-то тут. Зубило, где? Тут же где-то, вот она. А еще в другом месте было. А, вот здесь. Да. На, вертолец. Гля, а тебе молоток. Ж молоток, и твоим рукам и молоток не нужен. Руками вот руки универсальные. Бля. А если что-то не идет от руки, можно лбом ебануть. Запросто, блядь. Здесь левая резьба, ребят, тоже. Левая, смотрите, влево откручивает. Запоминайте. Надо, чтобы ролики не ебануть. А мне кажется, для них, они когда смотрят там зеркально, то правые. А мне Леха Танчиков присылает фотографию. Смотри, говорит, этот, ишь. Видос прислал. Видос. Какой-то змей видос сделал зеркальным, ну, по какой-то ой-ой, программой. Ой-ой, упала. Ну, я же тебе говорил. Сейчас, может, ролики посыпать. Запросто. А мы осторожно. А мы вот здесь, да. Снимай, не ссы. Держи шестеренку. Да похеру. Нет. Не похеру. А роликов вообще нету. Есть. Все вот они. Все вот они. Ну, про что дальше? Видос в зеркальном, ну, в зеркальный видос. И он мне говорит, погляди, у него заводная ножка с правой стороны. В общем, Алексей обратил внимание на заводную ножку с правой стороны и подумал, что это правда какой-то экспериментальный ИЖ Юпитер-5. А то, что надписи задом наперед на бардачках, и что вместо ИЖ, ЖИ написано, вместо Юпитера там... Я такие же видео находил, не буду спорить. Вот автомобиль там, Скорпио, да. Открывают капот, а аккумулятор у него, блядь, не слева, ну, не справа, да, а с другой да. стороны. И руль не с той стороны, типа праворукий. Ну, это с помощью программы какой-то там делает. Так, ребят, сколько роликов знаете, пишите в комментариях. Так, в общем, что нам с той шайбой? Что нам с той шайбой? Вот она, вот эта шайба. Она непростая шайба, она каленая, да. Ее напильник не берет. И она должна была вот там под роликами. Нет. Эта шайба должна быть вон там. Вот нет. Под этой обоймой. Нет. Разве? Вот, нет, вот с этой стороны. Вот гляди, она туда провалилась. Туда. А шестеренка не должна правильно. Крутиться по этому. Правильно, да. Правильно. Вот здесь она должна быть. Да. Вот так. А мы можем книжку, сейчас я руки свои сниму, и мы на книжке посмотрим этот подшипник. Давай. Вот так. И для ребят, и сами убедимся. Конечно. Как этот, себе и добрым молодцам урок. Вот. Блях, у меня не то слюняк, не то в масле камера.
Так, ребят, почитали, что это шайба. Это шайба как бы составная часть подшипника. В общем, 22 ролика и две таких шайбы. Толщина шайбы 2 мм написано в инструкции. Можно померить, да? Можно. Но не нужно. Ну, можно. Можно нам поверить. В общем, одна надевается вот сюда. Вот здесь такая фаска есть. Вот она. Эта шайба. А она у нас на коленвале справа была под чем-то, да? Да. Засунута была. Вот. А потом набираются ролики, вставляется вот наружная обойма и такая же точно шайба с той стороны. То есть ролики торцами опираются. Ну, они опираются на одну шайбочку, да, и на другую. Частично. Частично. А частично вот на бортики, которые. То есть это деталь подшипник. Да, это где-то подшипник, да. Так что. Давай его нанизываем сюда. А я не умею. Я не умею. Там. И вот это вот накинь тоже. Накинем. Это мы купим. 50 рублей у дяди Славы стоит. Здесь резьба левая. Во, отлично. Все, в сторону. С коробкой разобрались. В общем, ребят, как Денис говорил, никогда никому не доверяй. Видите, человек не туда элемент подшипников сунул. В элемент коленвала. В элемент коленвала применил. Так, дальнейшие манипуляции наши. Дальнейшая манипуляция — убрать зубилу. А потом? А потом дальнейшую манипуляцию мы будем открывать крышки кривошипных камер. Для чего? Для того, чтобы убедиться в целостности сальников, подшипников, посадки подшипников в них. Ну и заодно вы увидите, как мы будем без съемника снимать их. Я знаю как. И я знаю. Я зубил. Я уже убрал.